恭喜熬夜大家提前顺利，喜事连连。首先，急流天气，站点一路听多部，全场提供力。为了让您轻松舒适的游览。Вы будете мне монаха, монаха говорили мне? Три раза, еще два. Нет, нет, зачем толкать, просто бейте. Хаталище, это первый храм, там представьте. Да, будем представьте. Да, потому что мы об этом с вами сядем. Сейчас, я просто говорю, вот мы сейчас подойдем, сейчас 10, наверное, уже даже стукнуло. В 11:45 мы с вами встретимся, сейчас чуть-чуть дальше пройдем. По правую сторону у нас с вами останется дерево, которое называется баньян. С такими ветками и с опущенными. Вот видите, где люди стоят по правую сторону? Вот они все пытаются под этим деревом крутиться. Вот под вот этим вот деревом в 11:45 мы с вами встречаемся. Если вдруг кому нужны туалеты, вот где вывеска 24 часа, вот здесь красного цвета прямо, от этой вывески просто по прямой идти, и там будут туалеты. С правой стороны магазин, ресторан, там небольшой кафе, но абсолютно все вегетарианское. Сейчас мы заходим по левую сторону. Еще даже не будем, да? Ну все, да? Thank you.
下一个呀。Ну, черепаха плавает. Ой, черепаха плавает, Оля. Такой молоко, 46 рублей, вам.
три компании, они четвертый подарок. Это следующая обстановка.
这些为弘扬佛法设立精进寺中的日本卫国第五次一台风学习交流仪式，南山寺到了各位下车的左手边下车，不下车的车辆拿手上，不下车的车辆。还有餐厅左手边下，到这里等车。因为你的生肖就代表你的五行，你的五行之后的本命火是相合的。你请佛下，请护身符，一定要请与你的五行相合的本命火。因为你的五行和你的本命国不相同的时候，它就会转你的五行，转你的时运。过来了。每个人从出生时起，就有一尊佛在保。